Почему у тебя маленькие яички? Да, дружище, многие из вас испытывали эту проблему, и это связано с тем, что кто-то из вас принимает химию. У девчонок встроенная функция. Ты видишь камеру? Кривляйся. Это у девчонок и у качков. Получить какие-то знания, а не голословно пересказывать друг друга. В этом же вся проблема. Все просто повторяют друг за другом ради хайпа. Это подобие того, что БЦА не работают. Возможно, по соотношению цена-эффективность БЦА дорогостоящий продукт. Но давайте скажем по-честному. Мужчинам старше 40 БЦА гораздо интереснее. Сейчас оно шуметь перестанет. Всем привет! Доброе утро! Надеюсь, доброе утро, если вы только что проснулись. И потому что планируется ролик выложить с утра. Ну, может быть, у вас вечер сейчас, потому что вы живете в другом часовом поясе, отличном от меня. Но это не принципиально. Самое главное, что я желаю вам отличного дня. И почему выпуск сегодня в воскресенье утром в самое непопулярное время? Все очень просто. Этот выпуск специально лично для вас. Специально для вас от меня подарок. А к чему он приурочен? Все очень просто. Вот я пишу ролик прямо сейчас. Вот лежит ноутбук. Ноутбук, чтобы вам этот ролик загрузить и выложить. Ребят, сегодня мне исполнилось 30 лет, и у меня развязались шнурки. К 30 годам меня особо, видимо, научился их завязывать. Друзья мои, в честь моего дня рождения, звучит туповато, мне не нравится. Ну ладно. К своему дню рождения решил приурочить для вас большую скидку. Внизу там в описании или в комменте закрепленном где-то будет информация, посвященная чему. На всю продукцию Genetic Club в воскресенье и понедельник, 4-5 августа, скидка 30%. Для вас заказывайте, бесплатная доставка также действует. А на майки, футболки, шейкеры, таблетницы скидка будет 50%. Они разлетятся, наверное, очень быстро, их не очень большое количество. Я вам обещаю, когда придет новая партия, я повторно дам на все шмотки скидку на сайте. Вот. Поэтому больше не буду задерживать ваше время. Дальше должны быть красивые машины. Красивых девушек там не будет практически, потому что на выставке их не было. Но это не принципиально. Тачки клевые и небольшой выпуск, подборочка ответов на ваши вопросы. Отличного дня. Всем пока. Всех обнял. Ну как пока. Сейчас как бы прощаюсь с вами, а вообще вот сейчас ролик будет дальше. Кировская область, право Армения. Короче, смотрите, какой я охрененный вообще начальник. Правда, ребят, скажите, я охрененный начальник? Да, да. Как меня все любят сильно? Конечно. Так, точно. Каждый пасек. Кто знает дорогу, куда лучше ехать? Как? Подарил, ребят, как ехать? Прямо. Прямо? Не через кольцо? Нет, по Красномудиловской и свернем потом туда направо. Вот, в общем, у нас сейчас... Сколько времени, кто знает? А, вот, час дня, и мы поехали с ребятами... У нас тестик, у нас тестовая. Она валит, смотрите, как она валит. Вот, собственно, мы поехали на автовыставку. Проходит она у нас в экспо-форуме. Сейчас будет орать ремень дико, он тут очень громкий. Вот такой, слышите? Как в Porsche. Вообще не нежный, вообще не нежный. И, соответственно, мы... Яхомуха, тварь. Вот как надо делать. В рейнджике он был такой нежный-нежный. Опа, подтянуло. Звук, и нормально можно было ездить без ремня. Тут не получится. Вот. На, поснимай сзади, будет, чтобы красиво было. Мы едем на автовыставку в экспо-форум. Там чуть-чуть вам чуть-чуть про бодибилдинг порассказываю. И покажем вам красивые машины. У нас с собой еще есть стабик для большой камеры. Так что сегодня будет максимально хороший выпуск. Будет интересный рассказ про ваши маленькие яички и офигенно красивые тачки с большими моторами. И там даже будет Bentley танк. Поэтому хотя бы Bentley танка подождите. Реально есть Bentley танк, я не шучу. Димонов кореш его собрал. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Да, вот так надо. Нормально. Экспо-форум в 2 часа. Начинается выставка, осталось совсем немножко. И сегодня будет довольно-таки прикольно. Сегодня у нас будет с вами красивые тачки, что самое главное, приятный фон. Очень частый вопрос, который мне задают и на который я решил ответить, это почему у тебя маленькие яички? Да, дружище, многие из вас испытывали эту проблему, и это связано с тем, что кто-то из вас принимает химию. Да, это один из побочных эффектов уменьшения ваших тестикул.
И сегодня расскажу вам, насколько это опасно, насколько это может быть безвозвратно, необратимо, как с этим бороться и что делать, и как подготовить свой организм к выходу с курса, каким препаратом, как его стоит правильно администрировать. Болтаюсь тут потише, а то все шумят, чтобы вам было слышно. Не люблю, когда задерживают открытия разные. Вот знаете, я стараюсь быть там максимально пунктуальным, считаю это очень важным. Ну а так все. Обещают в 2, значит в 2 и начнется. Машины. Ну, сатин реально выглядит очень круто. Машина словно выстиранный свежий бархат. Очень красиво. Вот на таком бы я точно проехался, это очень интересно. Тут у нас в тюнинге японцы, немцы и прочая красота. Ну а мы с вами вернемся. Вернемся к вашим яичкам, как бы это грубо не звучало. Тесты либидо бустер работают. Что же основное вы должны вообще применять, если это не генетик, друг продукт? То это, конечно, присутствие цинка. Цинк – самый один из активных минералов, связанных со спермогенезом, и в частности с производством тестостерона. Цинк обязан употребляться с магнием. Без магния он не будет усваиваться. Это очень важно. Покупать аптечные препараты цинка в чистом виде бесполезно. Запомните это. Только цинк с магнием вместе. Витамин В6, который часто добавляется брендами спортивного питания, он хорош, он эффективен, он может быть полезен, но это не самое важное. В-группы много и в различных продуктах. Мы его добавляем даже в предтрены, в другие позиции, в различные формы, виды БЦА. Поэтому вот цинк и магний очень важно. Это самое-самое важное. Также индол, да, работает. Трибулус, ребят, пусть научных данных мало, но есть такая вещь, эмпирические данные. И на своем опыте, на анализах людей, которые применяли его, трибулус, друзья, работает. И я его лично тоже добавлял вместе с тест-либидо-бустером. И думаю, что вам стоит его применять. Это недорого, это эффективно. Плюс у трибулуса есть и другие полезные свойства, связанные с вашей гормональной системой, которые зачастую не упоминаются. Тут стоят лютейшие маскл-кары, здесь Chevy, здесь Dodge Viper и здесь Lambo. Детишки фоткаются. Пусть фоткаются. Такой пушечный бомбовый свет у этой ламбы. Ну, конечно, правда, забавно, когда ламба попоет девушке. Я такие машины не люблю. Мне нравится покрупнее и побрутальнее. Вайбер просто как зеркало черное. Просто огонь. Тут вообще, честно скажу, неизвестная мне ракета расположилась от какого-то тюнинг-ателье. Ребята просто умнички, делают вещи. Тут и постоим, поговорим с вами. Что еще обеспечит вам восстановление тестостерона после курса? Это снижение нагрузок, как психоэмоциональных, так и физических. То есть сокращение небольшой нагрузки в небольшой степени, улучшенный сон, хорошее правильное питание. Это все очень поможет. Дальше, ребят, жиры. Ваши сильно обезжиренные постные диеты с низким содержанием холестерина очень опасны. Жиры обязаны присутствовать в рационе, и без жиров просто жопа в вашей гормональной системе. Тестостерона не будет. Давайте просто. Без масла, без сала, без жирных куриных ляшек у вас не будет вырабатываться ваш тестостерон. Поэтому вы просто обязаны потреблять нормальное количество жиров. Единственный правильный способ урезать калорийность – это непосредственное снижение количества углеводов. Это самый безопасный метод. Белки и жиры никогда не должны страдать в вашем рационе. Смотрите, у Димона аппарат. Димон для вас тоже делает вещи. Понимаете? Димон, как тебе? С
Свадьбы, корпоративы, банкеты, поминки, видео, фотосъемка, Photoshop Express. Ну давай дальше. В Инстаграме страничка. Да, Донни Браско, вот тут подписывайтесь. Вот так вот, поняли? Донни Браско находим, у меня можно в подписках найти. А, я подписан на этого пацана, он самый крутой блогер. Чуть-чуть даже, да? Немного стесняешься? Да. Как тебе, Шевик? Хорошая, все, машины красивые. Машины красивые? Старых мало. А девочки? Нет девочек. А вот правда, вот нет девочек, правда. Я бы вам что-нибудь снял тут жопастое, ребят. Но если хотите что-то жопастое посмотреть, приходите на соревнования по бодибилдингу. А чё Макларен так пердит отстойно? Другой бы что-то показывал. Ты просто подкатов всяких там. Да, да, да. Ну звук-то говно. Скажу, что кайфанул. У стокового ягуара спортивного, когда включаешь кнопочку звука, не намного хуже звук, поэтому чё тут Макларен звуком не вывез. А вот машина до земли колесами не достает. Очень прикольно. Димон, так надо? Это стиль? Очень стиль. Так, Димон, как называется, когда колеса вывернуты? Это стенс, это VIP-проект. Ну, то есть это... Випка это называется, когда машина премиум класса снижается грамотно. Эту машину мы знаем, она без пневмоподвески, она ездит на статике вот в таком положении всегда. То есть эта машина всегда статична в этом положении? А мне кажется, или он порогом стоит на ковре? Он без порогов ездит, потом их одевает. А зачем? А затем, посмотрите, прошлый выпуск с прошлого года на канале Генетик. Да, мы точно вставочку сделаем. Пушка. Вставочку. Ссылочку, ребят. Посмотрите прошлогодний выпуск с выставки. Вот. Теперь. Тут недавно у моих знакомых проходил семинар от их президента федерации, посвященный... Ну, федерации бодибилдинга их региона, посвященный реабилитации травм. И знаете, что сказал им человек, что самое главное для реабилитации травм – это статическая нагрузка. Вот эти люди руководят и вообще считают, что они что-то там шарят в бодибилдинге. Сорян, пацаны, позвонили. Реабилитация после травм. Номер один – это иммобилизация, обездвиживание травмированной болевой зоны. Задача номер два – снять воспаление. Тут я вам предлагаю использовать комплекс препаратов постепенный. Первое – растительные противовоспалительные средства. Похожие по действию на, к примеру, брусника. Также это постоянно, у вас постоянный прием идет омега-3, она также обладает противовоспалительной активностью, пусть не такой ярко выраженной. Она просто есть. Про ее мы, как знаете, как вот. По-любому вы ее должны пить. Дальше. Противовоспалительные растительные. Номер один. Не гормональные противовоспалительные. К примеру, там, Нурофен. К примеру... Амиксин. Такого рода препараты. Дальше. Тут у нас гонка. Тут красиво. Дальше. Гормональные противовоспалительные. Ну, одно из самых проверенных, надежных, мощных, реально мощных, но уже не сильно безопасных, это дексаметазон. Мне его, кстати, кололи. Вообще капали внутривенно после операции по сшиванию груди. Вообще по пришиванию. Следующим номером, что мы можем с вами рассматривать? Ладно, все, противовоспалительные три варианта. Натуральные, негормональные, гормональные препараты. По степени тяжести, по рекомендациям врача, вы выбираете один из этих
жарко уже в голове. Один из этих видов препаратов. Возможно, их комбинирование в определенной степени. Тоже логично. Например, вот немесил в порошочке. Сильное обезболивающее, довольно-таки сильное противовоспалительное средство. Их зачастую назначают после операции. Кстати, девушкам, если девочки бикини смотрят, вот после операции на грудь им очень-очень часто назначают именно немесил пить в порошке. Это такое стандартная, прям стандартная рекомендация для девчонок, которая происходит. Давайте, у нас с вами попутно. Мы обездвижили больную зону. Мы начали принимать по степени тяжести и болевого синдрома препараты противовоспалительные и обезболивающие. Все это идет одновременно и быстро. Дальше мы отправляемся к хирургу и решаем вопрос, в чем же непосредственно заключается проблема. Мы находим корень проблемы, мы начинаем с ней бороться. Мы не пытаемся бороться с симптомами, гася их постоянно какими-либо обезболивающими, блокады не ставим безостановочно. Мы решаем проблему, мы восстанавливаем здоровье. В процессе что можно начать принимать сразу? Однозначно, препарат номер один – коллаген. Препарат номер один – витамин С, потому что коллаген без витамина С – деньги на вечер. Теперь скажу вам по-честному. Да, вам говорят, пейте желатин, это дешево, это выгодно, это круто. Да, это все так, но желатин будет усваиваться настолько плохо, что по факту вся его дешевизна улетает коту под хвост. Это полная хрень. Поэтому, если вы хотите нормальное восстановление, нормальный, правильный продукт, то это только гидролизованный коллаген. А разницы между коллагеном гидролизованным свиным и говяжьим нет. Это пиздеж. Если мы рассматриваем форму морских коллагенов, это совершенно другие вещи, это другая вещь абсолютно. И ее не нужно ставить ряд с, так скажем, животными коллагенами. Это другие продукты. О, теперь смотрите, выставка тачек Академика. И это очень знаменитый, это Bentley Tank. Посмотрите, пожалуйста, ребятки. Это Bentley Tank. Танк Bentley на гусеничном ходу. Костя на проекте. ZIL на BMW, кстати. Bentley на V8 от Toyota. УАЗик на V8 от Toyota. Типа, почему было? Ну, ЗИЛ это не так интересно. Ладно, погнали к травмам. Коллаген с витамином С, номер один. Глюкозамин, хондроитин, МСМ. Вам будут говорить, что это не работает. Они пиздят. Это работает, это проверено. Это, возможно, не работает так хорошо, так здорово, как об этом кричат производители. Сейчас чувак свалит. Это не так здорово, как кричат производители, но эти препараты эффективны. И эффективно доказаны, они продаются как препараты в лекарственной форме, именно как лекарство. Звание лекарства получить непросто. Вы можете пробовать узнать, как получить лекарственное средство, какие нужно пройти исследования и сколько это стоит. Поэтому не всегда стоит верить блогерам, потому что люди без образования не всегда имеют право говорить какие-либо вещи. Либо они могут не иметь образования специализированного, но им стоит просто знакомиться с литературой, получить какие-то знания, а не голословно пересказывать друг друга. В этом же вся проблема. Все просто повторяют друг за другом ради хайпа. Это подобие того, что БЦА не работают. Возможно, по соотношению цена-эффективность БЦА – дорогостоящий продукт. Но давайте скажем по-честному. Мужчинам старше 40 БЦА гораздо интереснее, чем другие продукты, типа Essential Amino Acids и даже чем протеин. То есть им действительно лучше добирать
получать меньшее количество белка суммарного, но более высокого качества. То есть именно из свободных аминокислот, незаменимых и важных. В частности, тут идет лейцин по степени важности. То есть те, кто бездумно кричат о том, что БЦА не работают, просто заявляя, что они не работают, и все. Потому что обосновать невозможно, потому что каждая аминокислота работает. Эффективность доказана. Эффективность для применения обычными людьми доказана. Эффективность родителей спортсмена нельзя оценить, потому что спортсмен заряжен по яйца всем. Сука, тогда может, что у вас ничего не работает, и все работает в совокупности. Поэтому короткий вывод по всем видосам, что БЦА не работают, это говорят долбоебы. Ну, точнее, говорят, это необоснованно. Сами-то ребята не долбоебы. Тема долбоебическая. И общество в данный момент у нас такое немножечко неправильно позиционирует все вещи и стремится к максимальному хайпу. Смотреть хайп, а не смотреть что-то грамотное и нужное. Вот, а теперь пойдемте просто посмотрим еще немножко машинки. Мы про яички поговорили, про травмы ваши поговорили. Видос вы посмотрели предыдущий о том, что ноги можно начать и без приседа. Хотя я приседал в итоге, естественно. Как же без этого? Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравился этот видос, поставьте лайк, ребят, ну не жалко же. И пишите под видео ваши вопросы, на которые я отвечу уже в спокойной, тихой обстановке. Сяду в офисе и засниму вам более длинный, более познавательный, потому что сейчас я хожу сам, отвлекаюсь, слишком много красоты. Мне все очень нравится выставка Royal Auto Show Пушка, ребята. Здесь нету телок в купальниках. Тут нету громкой музыки сейчас, ничего не орет. Тут тачки, шикарные тачки. Тут куча народа. И тут реально прикольно. Нажимай колокольчик, расскажи другу, предложи ему подписаться на мой канал. Подпишись сам на мой инстаграм. Ссылочки все есть внизу. И, друзья, совсем скоро мой день рождения. Я думаю, ролик выйдет до него. И ждите, 4 августа на канале Генетик будет видос, в котором специально для вас будут огромные подарки на мой тридцатник. Иначе быть не может. Всех обнял, всех поднял. Всем отличного дня, вечера, утра. Когда вы там смотрите видосики? Рок. Подожди, тормози, Димуля. У меня главное, что у меня есть Димон, который супер разбирается в тачках. Он на самом деле начальник нашего автопарка. Все машины на нем. Да. Хочу прикинь, сейчас Димон рассказал, что эта машина, я ему говорю, что не знаю, что это. Эту машину делают просто в Питере, делает самостоятельно человек. Это не серийный автомобиль, он полностью ручной работы. Американский мотор. Дальше давай, подсказывай мне. Полностью карбоновый кузов. Пространственная рама. Пространственная рама, карбоновый монокок, полностью кастом, кастомное производство. Автомобиль называется Flanker F. На данный момент уже собрано 3 таких автомобиля. Готовится лицензирование для того, чтобы автомобиль зарегистрировать для езды по дорогам общего пользования. И Сергей Леонидович Кабаргин, который создавал этот автомобиль, грезит идеей о отечественном суперкаре, который будет доведен до того, что он уже поедет, а не как в ситуации с Марусей. Сам он на этом автомобиле участвует в соревнованиях по дрифту в российской дрифт-серии и, ну, где-то в лидерах едет. Ну, то есть это очень сбалансированный, хороший, грамотный автомобиль, и он атмосферный. Это как бы его основной плюс. Там 7,2 литра, V8, атмомотор. То есть классическая американская школа тюнинга, реализованная в России. Все. Все, вот так вот, поняли? Бля, ребята, если бы Димон не был ленивым, он бы такой автоблог захреначил. Давидыч бы, наверное, даже похудел от зависти. Это тебе не на, блядь, жены денежки тачки снимать. Это, блядь, сложнее немного. Ребят, наконец-то я нашел для вас девчонок хоть где-то. Давайте, если они сразу делают красиво. А то на всей выставке вообще нету девчонок. А надо же для пацанов что-то снять. Ну все. Это, по-моему, заставка, да, ребята? Спасибо, девочки. Все, заставку сделали, видите, девчонки сразу. У девчонок встроенная функция. Видишь камеру? Кривляйся. Это у девчонок и у качков.